Для супа нам понадобится 1 спелый авокадо, 2 огурца, сок половины лайма, небольшой пучок петрушки, огурец чистим от кожуры и отправляем в блендер. Из авокадо достаем мякоть и тоже отправляем в блендер. Туда же сок лимона и петрушку. Все измельчаем. Суп готов. Хотите убрать сливочное масло для бутербродов из своего рациона, но не знаете, чем его заменить? Авокадо – лучшая альтернатива маслу. Авокадо содержит большое количество жиров, что делает его отличной заменой маслу. Для приготовления масла из авокадо необходимо подобрать спелый авокадо. Его можно размять вилкой или использовать блендер, или просто нарезать на тонкие ломтики. Ваш бутерброд будет гораздо полезнее и вкуснее. Приятного аппетита! Для приготовления соуса нам понадобится авокадо, 1 розовый помидор, небольшой пучок петрушки. Авокадо измельчаем в блендере. Петрушку и помидор мелко нарезаем и перемешиваем с авокадо. Соус готов. Приятного аппетита! Для пудинга нам понадобится 1 банан, половину авокадо, 1 столовая ложка какао или кэреба, 2 столовые ложки семян чиа. Авокадо, бананы, какао измельчаем, добавляем семена чиа, хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на ночь. Приятного аппетита! Для смузи нам понадобится спелое авокадо, спелое манго, сок одного апельсина. Все ингредиенты погружаем в блендер и перемешиваем. Смузи готов.